На очередном заседании Кабинет министров Чувашии рассмотрел проект постановления об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской республике за третий квартал 2013 года. Во время своего выступления министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова сообщила, что величина среднего прожиточного минимума на душу населения в третьем квартале 2013 года по сравнению с данными второго квартала снизилась на 0,8%. Она составила 6176 рублей. Как объяснила глава ведомства, снижение обусловлено уменьшением цен на некоторые продовольственные товары, такие как картофель и другие овощи. По социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за третий квартал 2013 года для трудоспособного населения составила 6576 рублей, для пенсионеров 5051 рубль, для детей 6116 рублей.